дорогие друзья! Я Елена Астахова, врач-диетолог. Своим любимым делом занимаюсь уже больше 20 лет. И готова с вами поделиться секретами, тайной. Как можно выглядеть молодо, сохранить свое здоровье, увеличить свои доходы за счет продуктов питания. Но еще и поменять свое отношение к жизни и к себе. Тоже за счет продуктов питания. Ко мне приходят клиенты, сначала сами снижают вес, открывают заводы, рожают детей, свою жизнь улучшают. Потом приводят ко мне своих детей, которых не слушаются, и мы с ними тоже снижаем вес. А потом они же приводят своих родителей. И родители молодеют и перестают болеть. Самое главное, как вы можете помочь своим родителям, чтобы они не болели? Как вы можете помочь своим детям, чтобы они были успешны? Это чтобы они лучше учились. Тоже повлиять за счет продуктов питания на умственную деятельность, как возрастным людям, так и детям. И сами, конечно, сами. Сами, когда ваш мозг пробуждается утром не от кофе, а от правильного, потрясающе вкусного завтрака. Ваша энергия усиливается, ваша работоспособность выстреливает, вы перестаете уставать, перестаете болеть, перестаете чувствовать себя усталым, замученным и тяжелым. Ну что, дорогие друзья, я хочу поделиться с вами своими наработками. За много-много лет я их накопила огромное количество. И хочу с вами поделиться, потому что я честно хочу, чтобы вся страна наша, Россия, и за рубежом, вообще вся планета начала испытывать удовольствие от здорового питания, с кайфом, наслаждением питаться, кормить себя с уважением, правильно. И это не сложно, это быстро, вкусно и в удовольствие. И за счет продуктов питания, когда вы начинаете любить, кормить себя правильно, вы получаете бонусы. И такие бонусы, что мужчины строят заводы, выстреливают бизнес, они не устают, они более продуктивны в жизни, женщины начинают быть более женственными, добиваются в жизни, в семье нереально шикарных результатов, рожают детей. Гармоничные отношения с мужем выстраиваются. Мужья боятся потерять своих любимых жен. Семья становится крепче. Это ошибочное мнение, что кормить себя правильно дорого. Нет. Наоборот, кормить себя неправильно дороже, чем кормить себя вкусными, правильными продуктами. Вроде бы на первый взгляд они дороже. А по чеку мы считали это намного-намного дешевле кормить себя правильно. Вы экономите на лекарствах, вы экономите, не покупаете те продукты, которые вам вредят. И что мы получаем? Мы получаем молодость, здоровье, красоту, успех. Ну что? Готовы узнать? Начинаем.